с победой вас, во-первых. Расскажите, вот после прошлых поражений сделали вы какие-то выводы, каких ошибок не допустили в этом матче? Ну, мы были очень разочарованы первыми поражениями. Но так как это, в принципе, первый опыт для нашей команды на пляжке, не знаю, последний, мы, в принципе, понимали, что будет очень тяжело, понимали, что придется очень много бегать. И, скорее всего, мы будем проигрывать. Ну, а выводы мы сделали то, что надо собраться, надо побольше народу привести. И тогда, наверное, все получится. Ну, вот сегодня, в принципе, получилось. Вопрос конкретно тебе. Ты забил 6 мячей из 7. Расскажи, в чем твой секрет? Секрет просто. Пушка в крови, там все дела. Ну, ладно, на самом деле, просто я уже играл в пляжку. Есть опыт, там в Локомотиве играли 3 года. Ну, и плюс на меня сегодня играли, поэтому получалось. Могли еще больше отгрузить, там, вратарь у них пару ударов тащил. По итогам первого тура ты попал в символическую сборную. Имеет ли это какое-то значение для тебя? Я там на лавочке вроде присел, поэтому особо нет. Как, в принципе, здесь будешь сидеть теперь. Ну и на следующем матче готовы ли вы также бороться? Естественно. Зачем приезжать, если не готов бороться? Нам теперь надо... Теперь, к сожалению, не все от нас зависит. Нам теперь надо очень стараться, чтобы мы вышли с третьего места. И то, не знаю, выйдем мы или нет. Спасибо большое.